Здравствуйте! Сегодня мы поговорим про сортотип моркови. Морковь очень богата сортотипами, и один из распространенных сортотипов, который обычно ищут люди, это каратель. Очень часто люди ищут именно морковь-каратель, но такой моркови сейчас уже нет, это очень старинный сорт, а есть сортотип каратель. Это морковь, которая имеет небольшие плоды. Плоды всего 10 сантиметров, и вес моркови не более 50 грамм. Семена моркови каратель вы не найдете в продаже, потому что сейчас таких семян нет. А вот сортотип каратель, в него объединены такие сорта, как парижская каратель, полярная клюква, аленка, куант-бэби. Если вы посадите семена перечисленных сортов, вы получите морковь, которая раньше называлась каратель. А наши советы помогут вам посадить на грядках именно те сорта и гибриды, которые вы хотите.